Здравствуйте, вот меня зовут, мы с вами не знакомы, давайте я вам представлюсь, а это вот моя жена вам звонила несколько дней назад, я говорю, может, что я и так коротко. С девушкой меня сейчас с вами познакомите. Будешь? Сообразишь? Ага, сообразишь, наверное. Нет, я буду караулить. Еще, говорит, давай, вот. Давай, учись. Прятать только не надо. Давай. Я ее еще прицакиваю. Консервую. Ну, ты же уже жуешь шприц, поэтому давай-ка ты будешь только не меня, пожалуйста. А вот жуй, пожалуйста, вот мяску жуй. Давай. Учись, подружка. Чем быстрее научишься, тем лучше. Тем меньше ты будешь терпеть мое общество. Есть не хочет. Не может. Хочет, но не может. Голова еще не совсем срабатывает. Ну слушай, не все сразу. Я только с комы вышла, чего вы от меня хотите все? Ну да, она еще правда. Еще не как лиса реагирует на человека. Это и спасает. Да? Масик? Она еще не поняла, что она лиса. Не вспомнила. Все она поняла уже. Она просто, у нее сейчас еще не хватает вот этой резкости, чтобы вот на меня вот хватануть. Кинуться. Ешь, да. Давай. Давай, брат. Что же еще, дом, любимый дом? Да ладно. Давай, на. Не, она кусок-то съела, она что-то.